Я всегда хотел стабильности. То есть раньше было, там, сыграл хорошо, там, две не очень, опять хорошо, три так себе, две хорошо. Поэтому, ну, я считаю, более-менее ровно провел этот сезон. Как защитник, наверное, больше прибавил. Надеюсь, в следующем будет еще лучше. Когда мы уже поверили, что вот мы чемпионы, и у нас из-за этого и произошли эти там, три ничьи, получается, подряд, и поражения, вот, и нас там, чуть боженька по голове стукнул, так, типа, проснитесь, берите, да. Вот, ну, в итоге все вознаградилось, да, значит, поверили, и действительно матч с «Зенитом» очень достойно провели по-чемпионски. Эмоционально получилось, и очень важно, потому что все понимали, какая ответственность стоит перед нами, и нам не хватало сделать вот этот последний шаг, что мы в итоге и сделали, конечно. Яркую игру, зрелищную. Видно, как ребята борются, да, друг за друга. Команда, которая может дать бой любому сопернику. Плюс мы играем на европейском уровне, да, там Лига Европы, сейчас Лига Чемпионов приедут известные топ-клубы. И интересно прийти посмотреть, тем более прекрасная арена. Вот. Взять семью, прийти на футбол там, в выходные дни. Мне кажется, это прекрасно, это здорово.